На пути иногда появляется удача, и жизнь может поменяться на глазах. Вчера это только была фантазия, а сейчас это уже реальность. И ты можешь решать любые задачи здесь и сейчас. И все благодаря новым технологиям. И как в моем случае, благодаря 3D-принтеру Bamba Lab. И на мой взгляд, его нужно приобрести каждому, кто хочет и любит творить. Привет-привет, друзья! И сегодня мы с вами поговорим о 3D-принтере, который готов к работе прямо из коробки. Смотрим, тут хорошо. В такой вот упаковочке у нас все упаковано. Bamba Lab P1S. Сейчас включил калибровку. Идет калибровочка у нас. Вот процесс начался. Вот первая печать у нас. В общем, что я сделал только? Я убрал три винта, откалибровал, сзади установил катушечку, все, катушку просунул, прогрел сопло и теперь включил уже на первую печать. Вот началась первая заветная печать. Делает подложечку. Тут внутри есть 3D-камера. Потом посмотрим ее. Друзья, принтер печатает. Мне, конечно, самому интересно. Не отхожу даже никуда, ни на минутку. Просто любопытно, как это вот чудо техники сейчас развивается и как это все работает. Просто загляденье. А что хочу сказать. Это реально 3D-принтер для начинающих. Это легкий старт. Достал из коробки, установил катушку. И запускаешь любую модель, и уже он готов к печати. А также можно скачать готовые модели с сайта makerworld.com. И там очень много 3D-моделей, и можно любые печатать. Либо создавать самому. Самое главное, 3D-принтер сам все калибрует. Если какая-то ошибка, он остановится, все сделает за вас. Вам необходимо только загрузить файл и отправить на быструю печать. Это качественные модели. То есть вы сами понимаете, что сейчас... Главное качество и быстрота. Но мы с вами все-таки посмотрим, какие модели можно сделать и протестируем его по полной. Друзья, даже из дома можно смотреть, как проходит процесс. Можно посмотреть, сколько процентов выполнено, сколько времени осталось. Вот, прямо из дома управлять 3D-принтером. Можно найти модели, любые модели, которые тебе необходимы. Они все в бесплатном доступе. Допустим, раз выбрал и начинаешь подготовка к печати. Выбирает, у меня уже выбран P1S. Нажимаем далее. Все, можно сразу печатать прямо из дома. Друзья, первая печать у нас готова. Смотрите, какой получился отличный органайзер. Он даже сам прям с легкостью отошел. Смотрите. Небольшая поддержка. Ее надо оторвать. Жестко. О! Смотрите, какое качество, во-первых, как из магазина. Получился вот такой органайзер. Это ж обалдеть. Качество, конечно, на высшем уровне. Так, ну вот, друзья, попробую сейчас прям с телефона из дома запустить печать. Подготовка к печати. Убираем наш принтер и нажимаем «Начать печать». Вот так вот загружается, в общем, файл. У нас указано, сколько по времени, сколько грамм будет истрачено. Также можно работать с компьютера. Вот я выбрал вот этот файлик. И у нас, получается, будет отправлена печать. То есть мы можем вот так вот посмотреть. Я не помню, кто снимал ролик. На видео делал вот такой вот. Но это было сделано очень долго. По времени там несколько дней. Сейчас же мы это сделаем, повторим за 1 час. Вот так вот подсветочка. То есть мы видим, что печать у нас идет. Вот, то есть все то же самое у нас показано на экранчике. То же самое, что на мобильном телефоне. И вот сама печать. Ставил новую катушку. Вот такая она интересного цвета. Это оригинальная PLA Basic. У меня тут еще 3 цвета есть, будем каждый пробовать.
Смотрите, что получилось, какая красота. В разную сторону откручивается. Прикольно, смотрите, какое качество. Я вот только из дома прихожу, вот так приходит оповещение, что у меня печать закончена. Прихожу, смотрю, и забирать осталось. Еще вот. Вот. Получились такие вот гайки-барашки. Осталось так вот поддержку только снутри убрать. Можем вот так теперь вставить. А это так. О. И заглушечка сверху. Раз. Смотрите, как все четко, идеально. Прям. Раз. Заглушечку. Раньше я так вот с дерева там химичил, делал. То есть тоже, да, можно было сделать. Теперь смотрите, насколько функциональнее и быстрее. Вот всего за час я ушел, они сами напечатались. Красота. И качество, смотрите. А так вообще здорово. То есть он сам все делает. Мне приходится только приходить, снимать и ставить на печать. Красота. Ну и также я не забыл про ребенка. Можно напечатать такие игрушки. О. Прикольно. Смотрите, какая детализация. Ну, подложки надо будет убрать, вот они прям хорошо убираются. То есть теперь можно делать игрушки, всякие приспособления. Вообще задачи можно решать любые. Друзья, ну я тут в общем разошелся, и последний день я тут печатал различные приколюхи для своей мастерской. Также делал игрушки для сына. В общем, я поражен, насколько техника, а все-таки у нас такой скачок прошел, то есть раньше мы с какими-то кнопочными телефонами были, а сейчас ты можешь с телефона прям задавать программы и печатать на 3D-принтере. И у тебя получается то, что ты захотел, и то, что ты нашел, какой файл, то, что ты подготовил, то тебе все это будет сделано. Это просто что-то с чем-то на самом деле. Всем советую приобрести такой принтер, а еще по моему промокоду можете получить 5% скидку и начать уже свое дело печатать. Можно выйти на какое-то производство чего-то, либо каких-то игрушек, либо каких-то девайсов. Ну, огромное количество, что можно печатать на самом деле на 3D-принтере. Вот вы посмотрите, какая детализация, да, все, что можно, все, что хочешь, все подвижное. Да, это же прям кайф. А такие, это же просто, посмотрите, что это за чудо. Это такое качество печати, конечно, обалдеть. Дракошки разные. Потом сделал вот такой вот скребочек. В комплекте была вот такая штучка. Нашел, распечатал. И теперь у меня вот так вот он висит на моем 3D-принтере. Это шкребок. Если что-то нужно убрать, прилипло сильно. Но на самом деле все хорошо и так отрывается. Также сделал вот такой вот себе, такую себе штучку. Смотрите, теперь можно спокойно зажимать проводочки, паять их. Ну, классно, да? Вот. Все работает. Смотрите, как... То есть вот так, на таком шарнире. Это же просто кайф. То есть мы можем делать для мастерской игрушки, всякие девайсы. Ну прям классная штука. Друзья, ну ссылочка на данный 3D принтер будет в описании под роликом. Также там будет размещен промокод на скидку 5%. Переходите, приобретайте. Вот, хорошая штука, прям я доволен и вам советую. В общем, у нас получилось такое видео, я думаю, было полезно и интересно. Я очень доволен результатом, конечно, прям в шоке, что сейчас происходит и что, какие чудеса можно делать. Вот, вам же спасибо, что смотрите, что поддерживаете, пишите ваше мнение. Вам же всем крепкого здоровья, до новых встреч!